А какой ты хотел? Я взяла, потому что он что-то не является. Не-не-не. Итальянский. Он у нас есть итальянский. А у нас итальянский есть там. Есть? Да. Ну, вот он же, а какой ты думаешь? А еще я хотел чесночный. А где он? Вот он наверху. Ну, хочешь чесночный, возьми чесночный, ладно. Чесночный я тоже хотел. Все. Мы просто скупаемся для того, чтобы сегодня готовить бургеры. Вот этого? Две упаковки? Да. Да. А ты мясо для взял для бургера? Нет, сейчас пойдем. Для одного два квадратика. Так. Нам нужен фарш. Ну вот говяжий традиционный, наверное, будет жестковатый. А вот есть из свинины. Давай свинины возьмем. Да, но только она одна осталась, нам нужно две. Нам одной будет достаточно. Нет, нам не достаточно. Мы... Смотри, давай тогда добавим в него... Вот давай. Этот вот. Давай. Смешаем. Вот так вот, два, да, смешаем. Будет очень вкусно. И будем жарить котлетки сегодня. Тем более у нас есть бекон, мы сделаем бургер с беконом. А давай сделаем несколько видов. Мы сейчас начинки наберем всякое и будем делать несколько видов. Я сделаю. Хорошо. Я хочу еще яичный бургер. С яишенкой? Помнишь, ну давай. Все, забирай вот эти два. Сегодня мы будем готовить гамбургеры. Но сначала давайте сделаем булочки. Как же без них? Одну ложку сахара. Только не переборщите, потому что тогда тесто получится очень сладкое. Проверено. Знаете. Ну и 3 столовые ложки муки. Мне кажется, я переборщила с горкой. Хотя 3,5. Вот это было 3,5. И все остальное с маленькой горкой. Ну, в общем, мы плохо поступили. Надо было вот так вот сделать. И вот. Готово. Теперь мы должны размешать. Выливаем 800 миллилитров молока. Оно теплое? Очень. Вы хотели проверить. Сейчас проверим. Оно теплое? Да, теплое. Отлично. Это убираем. И насыпаем дрожжи. У нас такая пачка, но мы высыпаем так почти всю пачку. Потом мы закрываем крышкой и ложим в теплое место. Так как у нас теплый пол, ставим прямо на пол. И вот тут. И накрываем. Укутываешь? Укутываю, да.
Отлично. Все, замечательно. Ну вот, все приготовили для гамбургера. Правда, теста нету. Ну, давайте начнем с фарша. Мы взяли два разных фарша. Один по-домашнему, один просто из свинины. И мы решили смешать. Ну, типа, будет очень вкусно. Надеюсь. Дальше. Соус соуса мы взяли. И соус кетчуп. Правда, вот так вот надо его выложить. Соус кетчуп итальянский. Есть Хайнц кетчунес. Новинка, кстати, мы сегодня купили. Горчичный соус, он для вкуса, хотя все для вкуса. Сыр квадратики, мы его взяли, каждому по два кусочка в бургер. Помидоры, два, потому что один очень большой. И салат айсберг, он вот такой вот большой. И мы используем огурцы соленые и простой. Но их очень мелко надо нарезать, прямо очень мелко. Особенно просто свежий. Бекон для вкуса тоже. И лук. Лук вот так вот. Его надо в кипятке, чтобы острый вкус пропал. Ну вот и все ингредиенты. О, отлично. Добавляем 2 чайные ложки соли. Раз. Два. И 1 чайную ложку сахара. Давай. Тихо. Потом музыку сюда наложим. Все, хватит, Ален. А вот муки не хватит. Да все уже. Вот и фарш. Раз. Надо ложечку помочь. Отлично. Ложечку надо взять и унести. И вторую. Вот это легче режется. Замечательно. Нравится? Да. Не, Лучик, ты с ним очень нежно. Давай, во. Так, половину фарша после того, как Лучик его перемешал, мы убрали в холодильник, заморозили. Сейчас мы кладем единственную специю, наверное, которую мы сюда добавим, это черный перец. Ну-ка, Лучик. Так. И еще чуть-чуть. Отлично. И немножко соли. Мои руки. Замечательно. Теперь, Лучик, ты должен перемешать все так, чтобы не было видно следов перца. И тем более ты не чувствовал соль. Молодец.